концерте. Сегодня для вас выступает дуэт «Близ». И это уже вторая встреча в стенах Омского музыкального училища имени Шипалина. В составе дуэта лауреат областных конкурсов, студент второго курса Илья Танких. Преподавателя Косаревой Татьяны Викторовны. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, дипломант Большого фестиваля в Сербии, студент третьего курса Илья Ковалев. Преподавателя Белякова Константина Евгеньевича. И также помогает нам в этом концерте Ковалев Виктор. Свой творческий путь они начинали под руководством Сакуты Владимира Викторовича, который по сей день поддерживает и наставляет ребят. За свое время существования у дуэта «Близ» сложился репертуар, в который входит как классическая, так и более легкая музыка. Генри Манчини, «Summer Time», исполняет Илья Ковалев. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем концерте. Наш концерт постепенно подошел к концу, и вот сейчас у нас будет последний номер нашей сегодняшней программы. А значит, наша ведущая, она также прекрасный музыкант, она тоже учится вместе с нами, уже заканчивает училище наше. И вот мы подготовили такой номер, значит, Валерий Дедюля, называется «Гейм». Наш концерт закончился сегодня. Для вас выступали, значит, Надежда Трофимова, Добра, дуэт «Плиз» в составе Илья Тонких, Илья Ковалев, то есть я, и Виктор Ковалев. Виктор Ковалев, пожалуйста.